Почти на 20 сантиметров уровень воды в Оби в районе барнаульского поселка Затон превысил критический. На сегодняшний день там подтоплено 6 улиц – Судовая, Матросская, Бортовая и другие. Передвигаться по Затону можно исключительно в гидрокостюмах и резиновых сапогах или на хорошо проходимых автомобилях. На остров Шубинский можно попасть лишь через понтонный мост. Объездной пункт перекрыт. В случае ухудшения паводковой обстановки созданы запасы продовольствия, определены места возвышенности, куда в случае дальнейшего повышения уровня воды отгонят животных. Все жители поселка проинформированы о пунктах временного размещения. По прогнозам сотрудников МЧС, уровень воды в Оби будет расти еще пару суток. На данный момент разлив реки по большому счету интересует только рыбаков и купающихся. Вода в обычном режиме у нас. Луга затопила. Дома ничего нету, в подполе сухо. Мы в свое время позаботились, подсыпали все, ну, примерно на 6 метров. Так что вот до 6 лично мы вообще ни о чем не будем думать. Ну, а так как вода уже вверху падает, все-таки я думаю, что ничего, никаких таких серьезных подтоплений не будет.